Всем доброго времени суток. Я сегодня хочу поделиться с вами своим заказом Avon. Давно, девчонки, я не делала заказ, потому что как-то ничего не надо было. И интересных особо новинок не было. Так. Вот сегодня забрала. Здесь много парфюмерии. Сейчас, пока у меня маленький спит, я с вами быстренько поделюсь. Вот так вот выглядит мой заказ. Здесь есть пакет сюрприз. Мы с вами сейчас посмотрим все по порядку. Я надеюсь, я успею. Так, первое, что я заказала, это персив кашемир. Мне очень захотелось его попробовать. Вот он приходит в слюде, 50 мл. Так, парфюмерная вода. Угу. Изготовитель Россия. Потому что многие спрашивают, какой изготовитель, поэтому я на этом делаю акцент. Следующее. Мужская вот такая вот туалетная вода Avon Men. Там была акция со страничек. Ну, покупаешь две, тогда будет по 899. Так. Первое. И второе, что с этих страничек я взяла, это Rare Onyx. То есть вот они вышли по 899, вот эти две. Оникс я не пробовала, не знаю. Буду тестировать этот аромат. Я взяла его себе. Здесь также объем 50 мл. А изготовитель у нас кто? Долго искать. Изготовитель Avon Beauty. Тоже Россия. Вот такой вот. Кто тестировал уже и покупал себе эти ароматы, напишите в комментариях, как вам. Так. Avon Luck. Это обалденный вообще мужской аромат. Lucky Me. Мне очень-очень нравится. Вообще он очень крутой, классный. Пользуется спросом. И я вот периодически заказываю. Вы уже видели, да? У меня мелькает. Так, две мужские, две женские. Заказала я Five Ways Splendorium. Мне нравится очень этот аромат. Я уже два флакона израсходовала. Это третий. И я посмотрела, в апрельском каталоге будет дешевле. Там, по-моему, 1399, а здесь он был 899 вроде бы. Ну, в общем, вышел он там 700 с копейками рублей. Мне аромат этот нравится. И когда я им пользовалась, многие у меня спрашивали: ой, а чем от вас так вкусно пахнет? Я вам об этом рассказывала в пустых баночках. Аромат реально классный и достаточно стойкий. Так. При заказе от определенной суммы можно было выбрать и заказать со скидочкой себе что-нибудь. Я выбрала вот такой вот набор. Вот, смотрите. Не помню, сколько он стоил, но здесь спрей для тела и туалетная вода. Я считаю, вообще шикарно. По-моему, 549 рублей, если не ошибаюсь. Он мне обошелся. Вот такой набор. Ну-ка. Лосьоны для тела я люблю именно в виде спрея. Я не люблю мазать тело лишний раз. Ой, ну такой... Драгоценный иланг-иланг. Вот именно из-за иланг-иланг я взяла. Интересный достаточно аромат. Но он такой восточный, тяжеленький. Он скорее на холодное время года. Так, сюда. Дальше. Что я взяла из мужского еще? Вот такую вот новинку. Это пряный перец для мужчин, шампуньки для душ с ароматом перца и кардамона. 500 мл. Интересно, как пахнет. Ой, действительно, перчинка чувствуется. Слушайте, очень даже неплохая новинка. Достаточно густой, видите, да? И цвет у него, видите, какой? Тут еще бутылка такого цвета. И сам гель тоже темный. Вот такой вот. 500 мл объем. Мужского, видите, в этот раз много получилось. Так. Еще из новинок, это тоже новинка, каникулы мечты, я решила выбрать гель для душа, потому что лосьоны я не люблю, кремов у меня уже достаточно, взяла объем 250 мл. Давайте понюхаем. Пахнет каким-то медом и ромашкой, честно говоря. Но это первое впечатление, наверное, после перца мне так отдает. Аромат солнечных цветов и морского бриза. Морского бриза я тут, честно говоря, не чувствую. Натуральные экстракты. Ну, действительно, какой мед и ромаш, какой-то отвар трав. Никакого морского бриза нет. Ну, может быть, это из-за того, что у меня смешивается. Тоже новинка. Так. Взяла
пробники новинки. Так, это Full Speed Electric, который мужской. И это Avon 5-Way Endless Sun, который не стал заказывать полный размер. Я думаю, если мне понравится, я протестирую оба аромата. Один мужчинам, один мне. Вот, и если понравится нам, тогда я закажу в апрельском каталоге уже. Кто заказывал трансеттеры, например, да, скажите свои впечатления, понравилось вам или нет. Обязательно пишите в комментариях. Каталог вот такой апрельский. Если вам нужна листалка каталога, напишите, я отдельно сниму листалку, мы с вами полистаем, посмотрим, что стоит заказать, что не стоит заказать, что где дешевле и выгоднее. Я обычно всегда мониторю один каталог и второй, действующий и следующий, и выбираю, в каком каталоге мне заказать. В текущем, например, вот как здесь, в Плендорию, я дешевле выбрала, да? Вот, или вот здесь, где она уже подороже. Вот, она уже здесь прилично подороже. Сейчас давайте мы с вами посмотрим. А, кстати, вот такая вот новинка майского каталога, смотрите. Здесь у нас Wonder. Интересно, какой аромат. Так. Сейчас где-то она тут есть. Сейчас посмотрим. Это по 75 миллилитров. Я так рада, что я тогда 100 миллилитров урвала, честно говоря. Вот, Lucky Me, например, да, он 1399 был в майтовском каталоге. В апреле, видите уже, какая на него цена? Угу, 2000. Вот, Beyond. Кстати, он тоже выгодно был в майтовском каталоге. Вот, видите, да, 1399, я вас не обманула, запомнила правильно. Так что, если листалка нужна, пишите. Я в свободное время, когда у меня маленький будет спать, я сниму. Ну и давайте, наверное, посмотрим с вами самое интересное. А, подождите, еще не увидела в коробке. Это 3-в-1 отшелушивающий скраб для лица всех типов кожи. Это новинка осени, насколько помню. Как только он появился новинкой, я его себе заказала. Мне очень понравилось. Я использовала как умывашку с отшелушивающим эффектом. Никакого дискомфорта, никакой сухости кожи, нет ничего. Я писала и публикацию на канале, и в инстаграм-канале тоже я как бы оставляла, да, пост про него. Мне он очень понравился, я заказала себе его повторно. И хватило мне его, в принципе, надолго. Так, ну и давайте открывать пакет сюрприз. Так, коробочка, видите, пустая у меня. Так, где мой ножичек? Вскрываю при вас. Опа, и достаю. О, уже не зря. Смотрите, Soft Mask, это туалетная водичка. Так, давайте сейчас я ее открою. Обычно пилочкой или линеечкой хорошо подсовывать, чтобы не портить. Вот такая вот нежнятина. Кстати, на весну, я думаю, будет самое то. Отлично. Так. Вам видно будет, там есть на каталог. Давайте я положу вот туда немножко в сторонку. Так, заказ. Давайте вот так, наверное, да? И вот так вот отделю, чтобы вы видели пакет сюрприз. Дальше. Пена для ванн. Вот такая яблочный штрудель. Объемом 250 миллилитров. Так, это у нас лип-лайнер для губ Deep Plum. Это у нас слива. Второй раз мне уже попадается в пакете сюрпризы слива. Это абсолютно не мой цвет. Я не буду вам свочить. Я уже как-то показывала. Я просто покажу вот так. Я кому-нибудь подарю. Видите? Ну, на осень, в принципе, да, я могу использовать с какой-нибудь нудовой помадкой там или с оттенком Pout Ultra. Мне он очень нравится, он ко всем помадам подходит. Ну, пока-пока лежит. Так, здесь у нас Braging Rights. Давайте посмотрим гель Shine, что это за оттенок такой. Надеюсь, не какой-нибудь термоядерный, а, ну, не фонтан. Такой синий. Темно-темно-синий обычный самый. Тоже, может, кому-нибудь подарю. Сейчас пока, видите, ногти не крашу, они у меня под корень прям. Я сверху такой лечебный лак намазан, потому что постоянно малыша выкупаю, обрабатываю ему, что-то делаю. В общем, пока без лака. И вот такой вот лосьон для тела. Лосьон для тела я отдам маме, потому что она любит мазать тело, я не люблю. Но я считаю, что пакет сюрприз очень даже хороший.
На этом я буду заканчивать обзор своего заказа. Обязательно делитесь в комментариях, что вы пробовали, что не пробовали, нужна ли вам листалка. Вот. Я вам желаю отличного настроения, всегда только выгодных покупок. Не забывайте подписываться на канал, ставьте пальчик вверх, мне будет очень приятно. Ну а я с вами прощаюсь и желаю вам всего самого-самого наилучшего. Пока-пока!